Знатному чувану Джамбулской области Жазылбеку Канышбаеву исполнилось 80 лет. Бывшего бесправного батрака советская власть подняла до высоты всенародного почета и уважения. День рождения дважды Героя социалистического труда был отмечен как праздник. Жазылбека Куанышбаева поздравил секретарь Джамбульского обкома партии Шалов. По заслугам чествовали Аксакала его ученики, знатные чабаны, трудящиеся района и области. Работа – это и здоровье, и счастье, говорит знатный чабан. И молодость духа, добавляет от себя каждый, кто знает юбиляра.